Творческие вечера, поющие гитары, стали настоящим украшением вечернего досуга славянцев, которые приходят в Северный парк, чтобы хорошо отдохнуть и получить настоящее удовольствие от исполнения как известных всей стране, так и авторских песен, что только завоевывают популярность. Северный парк – это не только одно из любимых мест отдыха, но и место для реализации большого потенциала одаренных певцов и музыкантов нашего и близлежащих районов. На одном из интереснейших творческих вечеров, посвященных Дню воздушно-десантных войск, побывала наша съемочная группа. Каждый раз вечер посвящен какой-нибудь тематике. Сегодня он посвящен Дню воздушно-десантных войск. Будут исполняться патриотичные песни, посвященные как и родине, так и воздушно-десантным войскам. Я пришла сюда провести вечер в кругу друзей, много талантливых исполнителей и хороших песен. В специальной парковой зоне собрались певцы и музыканты, чтобы использовать хорошую возможность проявить свои творческие способности и выразить патриотические чувства. Ансамбль «Серебряные струны» из хутора Трудобеляковского под руководством Вячеслава Носкова был создан не так давно, но уже активно участвует в концертах. Творческие дети все увлеченные, это им все нравится. Участвовать в мероприятиях. Я думаю, что это не первое и не последнее мероприятие, где мы примем участие. Мы сами с Полтавской, но часть с Полтавской, часть с Трудобеляком. Мы очень увлечены своим делом и играем абсолютно любой репертуар, как патриотические, так и любимые эстрадные песни. И будем это дело, так сказать, совершенствовать. Здесь 100 дорог, моя земля, моя Москва. Звезда Кремля, здесь кровь отцов, хранят поля, и кровь моя. И это то, что я дам, во славу жизни сыновья. Победы, веры, добрый знак, российский стяг. Зрители от души аплодировали всем, кто выходил на сцену. Ярко и выразительно прозвучали песни в исполнении славянца Рашита Халилова. Тугих, как струны стропа, на ветры пропою, как родина красива свысока. Пусть знают, что ни ржаву никогда не подведут воздушные десантные войска. Никто, кроме нас, на самом краю. Участники выступлений были награждены грамотами. Был показан фильм по тематике творческого вечера. Всем славянцам, кто приходит сюда, очень нравится, что в парке кипит культурная жизнь и молодежь проявляет активность. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».